Театры и музеи станут еще доступнее. В Москве открылся Центр творческих проектов «Инклюзион». Его задача – создание единой творческой среды, где могут реализоваться люди с любыми возможностями. Развиваются 4 направления «Инклюзион». Это школа, театр, музей и лаборатория. Это открытая репетиция спектакля «Эрмитаж. Живые картины». Сюжеты легендарных полотен оживляют слепоглухие артисты. Рассказ о восприятии живописи начинается с черного квадрата, с попытки заглянуть в его сердце. Но для начала нужно понять его границы и научиться двигаться в его чреве. От Малевича назад, по временной шкале, к Кандинскому, Матиссу и дальше. Путешествие обещает быть невероятно интересным еще и потому, что анимацию для спектакля создает оскароносный мультипликатор Александр Петров. Репетиции идут активно, презентация эскиза намечена на июнь. В этом спектакле слепые глухие могут выразить свои ощущения от живописи. Это пластика и музыка, и это самовыражение. По словам Ирины Поволоцкой, именно благодаря театру она выбралась из депрессии, осуществила мечту стать актрисой и обрела себя. Первым проектом фонда соединения театра наций в 2014 году стал спектакль «Прикасаемые». Это первая в мире постановка, где слепоглухие и зрячеслышащие актеры, профессионалы и любители взаимодействуют на одной сцене. С «Прикасаемых» началось становление инклюзивного театра в России. Уже сейчас существуют постановки «Чайка», «Кармен», «Женитьба», и этим опытом уже необходимо делиться. Мы решили изменить спектакль «Прикасаемые», основываясь на том, как изменилась наша жизнь. Мы не только будем показывать новую версию в России, а еще и поедем на гастроли. В октябре 2017 года спектакль будет показан в Лондоне и в Париже. И для этого будут созданы 2 новые международные версии с участием британских и французских слепоглухих актеров. Кроме того, британский режиссер Тим Веб поставит в России сенсорный мобильный спектакль «4 ветра» для аудитории с любыми возможностями. Показывать его будут в хосписах, онкоцентрах и детских домах. Бесплатная театральная инклюзион школа в Москве уже действует. Этой весной ее филиалы откроются в Петербурге, Екатеринбурге, Оренбурге и Курске. В рамках направления «Инклюзион музей» создают тактильные копии картин для Эрмитажа и Третьяковки, чтобы люди с нарушением зрения могли прикоснуться к миру живописи. С вами была Анастасия Логвинова и программа «Культурный обмен». Путешествовать по творческим пространствам вместе с нами интереснее. Увидимся.